телеканале видно ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Два региональных министерства здравоохранения и образования объединились, чтобы провести научную конференцию в Ленинском округе. Основа, конечно, этого проекта то, что все-таки электронный документооборот. В муниципалитете проверили готовность техники к пожароопасному периоду. Как показал опыт прошлых лет, в критической ситуации техника обеспечивает подвоз воды для тушения лесных и торфяных пожаров. Интеллектуальная игра «Росквиз» прошла в школах округа. Старшеклассники посоревновались в знании истории России. Сегодняшняя игра посвящена истории России и ее борьбе с многовековыми захватчиками. Научная конференция состоялась в Лопатинской средней школе. Она прошла под эгидой двух региональных министерств – здравоохранения и образования, что же обсуждали медики и преподаватели. Таких школ у нас с отдельными входами в медицинский блок в нашем Ленинском городском округе 8. Их у нас 18, но 8 имеют такие медицинские блоки. Принимать высоких гостей в Лопатинской средней школе привыкли, но сегодня экскурсию для представителей Министерства здравоохранения проводит заместитель главного врача ВРКБ Елена Зинатулина. Неудивительно, что конференция, посвященная здоровью школьников, проходит именно на базе этого учебного заведения. Построенное в 2019 году, здание имеет просторный медицинский блок, в котором врачи комфортно и быстро могут принять большое количество ребят, многие из которых на части обследования оказываются впервые. Не все дети из Российской Федерации здесь учатся. Не все дети когда-то были дообследованы. Во время УЗИ мы выявляем очень много патологий. Это знакомство с современными методами работы врачей в условиях учебного заведения стало частью презентации проекта «Школьная медицина в образовательном учреждении». Он направлен на более глубокое обследование школьников и раннее выявление различных болезней. Автором идеи стал главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев. Основа, конечно, этого проекта то, что все-таки электронный документооборот, которая нам позволяет в образовательных учреждениях видеть электронную карту пациентов, деток и вносить туда все методы исследования и консультации специалистов, которые также будут доступны и для родителей в госуслугах. Конференция, получившая название «Школьная медицина и здоровье, сберегающие технологии в образовательных учреждениях», организована при поддержке администрации округа. А сама идея уже прошла обкатку и активно воплощается на территории муниципалитета. Когда этот проект задумывался, исходили из того, что нужно или тысячи мальчишек, девчонок привести в амбулаторию, в поликлинике, либо, собственно, несколько медицинских работников должны приехать вот сюда. И сейчас у нас охвачены все, без исключения, образовательные учреждения. Это просто на понимание 45 тысяч мальчишек и девчонок. Уникальность проекта, в который вовлечены врачи муниципалитета, заключается в том, что в своей работе они объединили здоровьесберегающие технологии и принципы так называемого бережливого производства. Совместная конференция медицинских работников, образования и ведущих экспертов Минздрава Российской Федерации поможет выработать стратегию дальнейшего развития профилактических направлений в области школьной медицины. В конференции приняли участие порядка 120 медиков и педагогов из Москвы и Московской области. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В продолжение темы. Сейчас в Видном получить медицинское обслуживание гораздо проще, чем кажется. Помимо центральной поликлиники, в городе работает еще 3 офиса врачебной практики, о которых многие, к сожалению, не знают и продолжают стоять в очередях на заводской. О плюсах медучреждений рядом с домом расскажет Юлия Погосян. Жанна Крапивницкая в медицине уже 55 лет, из них 47 в Расторгуевском офисе врачебной практики. Собственно, с основания учреждения. Говорит, время, когда у местных жителей появилась потребность в мини-поликлинике, помнит очень хорошо. Здесь всегда был и есть свой пациент. Наши больные сюда с удовольствием идут. Я именно это слово говорю, наши больные. А это очень большой контингент. Все окольные деревни, которые здесь, все больные идут сюда. Им здесь интересно, больным, получить помощь, ту, которую надобно. К своим врачам идут, опять же, не сегодня к одному, завтра к другому, а он идет к тому доктору, который его в прошлый раз смотрел и в следующий раз будет смотреть. Здесь, на вокзальной 8, помимо врачей-терапевтов, работает дневной стационар, который пользуется большой популярностью. Сюда пациенты приезжают со всего Ленинского округа, отмечают высокую компетенцию специалистов и комфорт пребывания. Очень приятно, что можно было вот эту процедуру получить. Я доверяю врачам.
И таких офисов врачебной практики в Видном еще два. Один из них на Строительной, 17. Здесь доктора принимают с 2012 года. В среднем в день около 40 человек на приеме бывает. Люди нас знают, ходят в свои участки. Во всех офисах врачебной практики можно сдать анализы и сделать электрокардиограмму. С недавних пор для удобства пациентов медицинские учреждения работают в две смены. С понедельника по пятницу с 8 часов утра и до 20 вечера. Очень удобно, то, что близко к дому, врачи хорошие здесь. Еще один офис расположился в микрорайоне Купеленко. Здесь, помимо всего прочего, работает врач-хирург и фельдшер. Последний проводит гинекологический осмотр. Также, что немаловажно, в три офиса врачебной практики на регулярной основе выезжают врачи узкопрофильных специальностей. Это врач-невролог, эндокринолог, оториноларинголог. Далее выезжают врачи, которые по потребности, то есть если есть надобности в выезде тех или иных специалистов, например, кардиолога или невролога, мы также дополнительно организуем выезды, оповещаем население. Развитие офисов врачебной практики необходимо и позволяет разгрузить центральную поликлинику. По незнанию многие жители Видного за медицинскими услугами приезжают на заводскую, в то время, когда врачи принимают и рядом с домом. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В самом разгаре весенняя уборка городской территории. Во дворах тут и там можно увидеть рабочих управляющих компаний и дорсервиса, а также специализированную технику. В микрорайоне Купеленко уборку начали, как только сошел снег. Работы после зимы было немало, поэтому пришлось потрудиться. Весной у нас просто идет прогреб газонов, у нас идет ремонт брусчаток, ремонт заборов, посадка кустов. На нашем районе мы уже заканчиваем уборку, и у нас практически все чисто. 14 сотрудников ежедневно, а порой и в выходные, наводили эту чистоту. Им помогала техника. Но главное, чтобы теперь этот порядок поддерживался самими жителями. И чтобы выше ценить труд других и быть причастными к общему делу, в ближайшее время будет объявлен субботник, куда пригласят всех живущих в микрорайоне. В Ленинском городском округе проверили готовность техники к пожароопасному периоду. Осмотр провели специалисты Московской областной аварийно-восстановительной службы. Подробности в нашем следующем сюжете. А вы знали, что обычная поливальная техника частенько участвует в ликвидации пожаров? На такие выезды она отправляется минимум 2-3 раза за лето. Ее также нередко используют в случае необходимости для подвоза воды к пожарным машинам. 6 таких комбинированных дорожных автомобилей МБУ «Дорсервис» выстроились в ряд возле реки Пахра около деревни Белеутова. Все они приехали, чтобы пройти тщательную проверку. В соответствии с распоряжением по подготовке к пожароопасному периоду проводится традиционная проверка водоподвозящей техники. Как показал опыт прошлых лет, в критической ситуации техника обеспечивает подвоз воды для тушения лесных и торфяных пожаров. Проверка начинается с осмотра документов и самой машины. У водителя должен быть бак бензина под завязку и заполненный путевой лист. Также в кабине обязательно должны лежать лопата, топор, пила и лом. Вызывают нас и на пожарные вот эти дела, где сильные пожары, вызывают нас. Ну, должны при себе иметь, мало ли что там, рубануть. Затем оценивают, как работают сами механизмы, нет ли проблем с забором воды и поливом. С помощью мотопомпы заполняют цистерну, в нее вмещается 12 кубометров. На это уходит в среднем 20 минут. Если все вышеперечисленное удается без проблем, с документами полный порядок, техника готова к работе. Вот и на этот раз проверку она успешно прошла. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Видновской детской школе искусств состоялся финал ставшего уже традиционным литературного конкурса «Зубовские чтения». В этом году в нем приняли участие 860 человек из разных городов Подмосковья. Подробнее о фестивале чтецов в сюжете Натальи Буслаевой. С каждым годом фестиваль «Зубовские чтения» становится все более популярным среди любителей поэзии разных возрастов. Более 800 человек приняли участие в конкурсе, но в финал вышли только 32 участника. Конкурс проходит в 3 этапа. Это вот конкурс, первый этап на уровне школ и населенных пунктов. Затем идет промежуточный этап отбора в финал. Финальный этап конкурса прошел в детской школе искусств города Видное. Его главная задача
задача – привлечение внимания к творчеству поэтов родного края и к деятельности литературных объединений. Каждый год детей становится все больше и больше. Им очень нравится действительно этот конкурс. И хорошо, что мы возрождаем тем самым литературу, да, и литературу именно местную, да. Это наши писатели нашего округа и Московской области. Как рассказал председатель жюри конкурса Геннадий Иванов, в выступлениях участников он обращал внимание на умение чувствовать красоту и выразительность произведения, эмоциональность исполнения, артистичность и контакт со зрителем. Стихотворение и само по себе может быть прекрасным, оно может иметь жизнь, но когда за это дело берется настоящий мастер, настоящий артист, настоящий человек искусства, вот, он что-то вкладывает, ну вот, глубинное, то, что необходимо стихотворению, чтобы оно стало более популярным, стало доходчивым. Один за другим на сцену выходили участники фестиваля чтецов. Многие из выступающих отмечали, что подготовка к конкурсу заняла у них много времени и сил. Подготовка проходила относительно долго, где-то 2 недели, и помогал мой классный руководитель и моя мама. Стоит отметить, что некоторые исполнители очень творчески подошли к своим выступлениям, показывая на сцене мини-спектакль. Двойник нежданный оказался строг, очерченный оконным переплетом. Предложил мне подвести итог. 12-летняя Варвара Анисимова тоже решила из своего номера сделать небольшую театральную постановку. И стихотворение выбрала соответствующее. Великий фокусник природа Евгения Зубова. Мне надо было быстро подготовиться, чтобы успеть отправить заявку. И я, когда смотрела стихотворение, нашла именно это стихотворение, и я думаю... Ну, это для меня прям подходит. Я чувствовала, что с этим мне будет легче и более интереснее его рассказывать. По итогам конкурса были названы победители в каждой возрастной группе. Также многие участники получили награды и в специальных номинациях. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Интеллектуальная игра «Росквиз» прошла в школах Ленинского городского округа. Старшеклассники посоревновались в знании истории России. Подробнее расскажет Олеся Попова. «Кто с мячом к нам придет?» – окончание этой знаменитой фразы знает каждый. Именно под таким девизом в школах округа прошел «Росквиз». Подобные викторины партия «Единая Россия» проводит регулярно перед государственными праздниками на протяжении уже 2 лет. Сегодняшняя игра посвящена истории России и ее борьбе с многовековыми захватчиками. Вопросы, которые включены в сегодняшнюю игру, они простираются с древних времен до современности. Ребятам предложили вспомнить даты крупнейших сражений, имена полководцев и князей, а также летописи, военные песни и подвиги героев разных эпох – Ивана Сусанина, Зои Космодемьянской, Петра Кошки. Все школьники успешно справились более чем с половиной непростых заданий. Глядя на вас, я хочу сказать, что Россия была, Россия есть и Россия будет. Коли у нас есть такие замечательные ученики, в том числе в 7-й Видновской школе. Удачи! Сегодня вы должны показать не только знания, умения и навыки, но и умение работать в команде. Дорогие, мы желаем вам расслабиться и получить от игры огромное удовольствие. Участники «Росквиза» – ребята из 10-11 классов. Кому-то из них предстоит сдавать ЕГЭ по истории, а кто-то искренне увлечен предметом. Например, Данила Коинов регулярно побеждает в олимпиадах по истории различного уровня. Уверен, что свяжет жизнь с международными отношениями. Я увлекаюсь историей с 5 класса, как только она появилась. Я очень люблю времена Петра I, потому что именно в эти времена Россия стала империей и стала могущественной страной. Тех, кто лучше всего справился с заданиями, наградили дипломами и призами. Без небольших памятных подарков не остался ни один участник «Росквиза». Кроме того, каждый из ребят унес с собой знания и новые интересные факты из истории нашей страны. Для каждого человека знать историю своей страны – это очень важно. И если человек не знает историю своего государства, государства может и не быть. Так как мой папа военный, как-то в эту тему с детства был погружен и интересовался всегда. Ну, так в целом я считаю это очень важно для каждого человека, гражданина России. Вот. Знать историю собственного государства, культуру и так далее. Олеся Попова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.
Во Дворце культуры «Видное» прошел конкурс эстрадной песни «Эдельвейс». Почти 100 юных вокалистов из разных уголков муниципалитета порадовали публику и жюри своими талантами. Более 20 лет в муниципалитете проходит фестиваль эстрадной песни «Эдельвейс». За это время его участниками и победителями стало уже не одно поколение юных жителей. И традиции продолжаются. В этом году во второй тур конкурса вышли 83 вокалиста в 7 категориях. Так что перед жюри стояла нелегкая задача. Это в первую очередь, конечно, вокальная школа. Без нее никуда. Это техника пения, понимание того, как извлекается звук, как правильно петь, так, чтобы не травмировать связки, так, чтобы использовать свое тело, дыхание. Конечно же, это сценический образ, сценическая культура. Одаренные вокалисты представили десятки ярких номеров. Одними из первых на сцену вышли воспитанники коллектива «Эврика» из Видновской детской школы искусств. Амалия Таджанова занимается здесь всего год, но за это время уже освоила самые разные музыкальные направления. Вот и сейчас девочка сделала ставку на необычный репертуар. А сегодня какая песня? «Бабка-ёшка.бай». Она рокерская, модная и веселая. Забегая вперед, скажу, что выбор Амалии был правильный. Именно она стала лучшей в своей возрастной категории. За 3-4-минутным номером стоит большой труд как самих исполнителей, так и их педагогов и родителей. 8-летняя Кира Безрукова из детской школы искусств поселка Володарского целый месяц вместе с мамой готовили сценический образ. Образ подобен под песню. Песня веселая, экстравагантная. Долго искали, вот остановились на этом. А мечта у тебя какая? Мечта стать певицей. Мечта вырасти в больших артистов есть у многих ребят. И именно на таких конкурсах часто зажигаются те самые звездочки. Наша задача, вот жюри, заключается в том, чтобы в каждом ребенке разглядеть эту искру, из которой потом может разгореться этот талант. Потому что именно от взгляда, правильного взгляда педагогов и нашего взгляда жюри зависит развитие этого таланта. Завершился фестиваль аплодисментами и вручением дипломов. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.